Необходимость реорганизации маршрутной сети областного центра назрела давно. Это подтверждали данные научного исследования, которое проводилось в Бресте еще в 2011 году. Уже тогда результаты показали, что 67% транспорта перевозит всего лишь 50% пассажиров, а интервал движения среднего маршрута составляет 39 минут, что становится некомфортным и непривлекательным для людей. И это выводы, повторюсь, которые были сделаны в 2011 году. Прошло 10 лет, да? Прошло тысячелетие. Город, по факту, да, прирос новыми микрорайонами. Микрорайонов очень, такие значимые микрорайоны. Появились целые там, условно, многосемейные кварталы, молодежные кварталы. А количество транспорта автобусов выросло со 100 с небольшим, да, до 117-118 автобусов, которые на сегодняшний день. Да? Это говорит о том, что хотим мы или нет, нам придется принимать какие-то решения, которые позволят выжить предприятию в первую очередь, да, и оптимизировать маршрутную сеть, привести ее в соответствие. Кроме того, в рамках тысячелетия город построил много знаковых объектов, один из них – автовокзал. Внося изменения в маршрутную сеть областного центра, специалисты предприятия «Брестский общественный транспорт» пытаются сделать это место основным для пересадки пассажиров и центром сосредоточения транспорта. Реорганизация маршрутной сети – дело непростое и будет проходить в несколько этапов. Первый планируют завершить к 19 июня, изменить маршрут 12 и 40 автобусов. 40 маршрут на протяжении практически всего своего пробега дублирует 18 маршрут от газоаппарата до Южного городка. 12 маршрут дублирует девятку, начиная от улицы Сальникова, заканчивая парком 1 мая. Предложение 40 маршрут закрыть, 12 маршрут видоизменить, направив его по улицам Орджоникидзе, понятное дело, с автовокзала, Орджоникидзе, бульвар Космонавтов, бульвар Шевченко, Махновича, Сальникова, Колесника, Бульковская, Рябиновая, Сябровская, Жукова, Защитников Отечества, Гордейская, Венника, Пронягин. За счет этих изменений можно будет связать автовокзал с центральным рынком, обеспечить связь вышеперечисленных улиц, где достаточно большое количество населения, с центром, а также уменьшить дублирование маршрутов и переполнение салонов автобусов в часы пик. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БКТВ.